основной завтрак. Это тостик с вареньем и с маслом. Кофейный напиток. Смотрите, купила вот в прошлый раз вот такое вот варенье. Здесь 75% фруктов. То есть я взяла из черешни. Вишневая. Очень вкусная, классная вообще. В Лидле взяла. 75% фруктов. 62% черешни. 13% сока. Ну, как всегда, сахар. И все дела. Ну, а как варенье без сахара? Объясните мне. Никак. У меня там было варенье малиновое, но оно у меня от частого использования пропало. Вот, так что буду завтракать и идем с Чарли гулять. Он меня уже тут стоит, ждет и смотрит на меня такими глазками, такими, как он умеет, жалостливыми. Но жалостливыми он смотрит не от того, что там гулять хочет, а от того, что он хочет кусочек моего тоста. Да-да, я его знаю. Уже домой пришли после прогулок. Сейчас пойду подкрашусь. Время у нас 10-11 час. Нужно в больницу сходить за назначением к врачу. Я вчера кисти помыла. Смотрите, у меня вот такой есть коврик с Китая. С Китая, с Алиэкспресс. И вот кисточки помыла. Знаете, раньше я стремилась покупать кисточки натуральные. С натуральным ворсом. Потом вычитала, что краситься лучше не натуральным, чтобы был ворс. Не помню уже почему. Но, в общем, для окрашивания нужен ворс синтетический. И все. Я... Причем, знаете, в цене, что натуральный, что не натуральный, все это одно и то же. То есть они одинаково стоят. Поэтому вот кисточки, это еще сырая. Это для... Господи, это вот для тоналки я использую, чтобы не руками мазать. Очень удобно, кстати. Это для этих, для скул. Там есть новые слова какие-то заумные, там всякие контуринг или еще что-то. Я человек простой, поэтому как есть, так и говорю. Какие-то там слова заморские. Они мне в голове не остаются. Да и зачем? В общем, крашусь я буквально здесь вот этой. Вот этой. Вот это, кстати, вообще для ногтей. Представляете, ей надо ногти красить. Но ей так удобно красить стрелки тенями, что я вот ее приспособила. И этой крашусь. Вот этой, вот этой, вот этой. То есть вот этим я практически... Хотя нет, вот эту я наношу вот сюда вот блеск. Вот сюда, на носик, на губки, на подбородочек, да. Блин, они мне... А, ну ладно, я голубой тушью накрашусь. В общем, они сырые. Ну, а вот тремя только не пользуюсь, но я думаю, что это нормально. Это для бровей. В общем, вы знаете. Так, вот я уже приготовила денежку для купить горшок. Я не знаю, я хочу пешком пойти в больницу. Она тут у нас, в принципе, недалеко, но перед этим-то по магазинам надо пройтись, посмотреть, что там новенького у нас. Время, благо, у меня есть. А вот, это вот с этой бумажкой. Ой, есть какой-то это. У меня еще штраф пришел, представляете? Штраф, что мы в Гранаде где-то не по той линии поехали. Но мне кажется, что я за рулем не была. Может быть, это был муж. В общем, муж сказал, что нужно написать, что ты за рулем не была, а был я, а я потом разберусь. Но я, правда, за рулем по Гранаде. Самое большое, я могу доехать до Невады. А чтобы по Гранаде ехать, нет, я не езжу. Поэтому... Это не я. Какая, хотя, в принципе, какая разница из кошелька от одного. В общем, надо оплатить. Неприятность такая, новость неприятная. Всем-всем, откройте. Это я. У меня сегодня летнее настроение. Смотрите. Ну, поехали. Такая я. А я такая. Красивая сегодня. Кстати, смотрите, какие шлепки я приобрела в Лидле. Они тряпочные. Ноги все искусственные, не смотрите. В общем... 7 евро, все удовольствие. Такие сейчас я посмотрела, вы знаете, они сейчас все такие модные, всякие, знаете, вот эти вот, ну, типа мешковины обработанные. Ну и полосочка, естественно, у меня много полосочек.
полоски в одежде, поэтому такие дела. Идем. Сейчас дома оставлю. Всегда его так жалко оставлять. Вообще прям сердце кровью обливается. Ну, там 100% смотрит того. Но он не моя рыба такой. Я пошла быстрее, а то он сейчас плакать будет. Знаете, он там начинает как-то взял манеру свою подвывать. А вот так вот выть не буду выйти, а то он сейчас тоже забудет. Вот, времени у меня есть. Прошвырнуться немного. Покупать я 100% ничего не буду, потому что с 1 числа у нас скидки. И тогда уже можно что-то. В принципе, у меня уже все есть. Даже более чем. Я бы, знаете, какой-нибудь сандалики купила или еще что-нибудь. В общем, все это оставим на скидки. Ну так, зырки попялить, как я говорю. Иду просто зырки попялить. Здесь вот начинается наш центр города. Туда магазины, сюда магазины. Вообще центр города, значит, много-много магазинов. Спрингфилд. Мне, в принципе, нравится этот магазинчик. Пойдемте зыркнем туда. Камеру убираю, но у меня есть телефон. Народа еще мало, потому что рано. Ну и да и понедельник. Я вот что-то типа вот такого хочу, знаете. Вот такие шлепки прикольные мне какие-нибудь хочется. Что-то обычное, знаете. Мне кажется, они в этом году даже в моде. Мне так кажется. Ну потому что я везде смотрю, что их продаю. Кстати, вот это тоже. Нет, что это? Ну, какой-то магазин. Такой не знаю. Ну да. У нас здесь есть открываются, закрываются магазины, поэтому не поймешь. Я уже, наверное, недели три не ходила по центру, поэтому даже теряюсь. Вот, например, что это за магазин такой. Такого не знаю. Такого не видела. Конечно, образы нормальные, но вот куда в нем? Я здесь, в нашем городе, пойду. В Меркадону, что ли? Или на рынок? Ой, ну скажите же, смешно. Классика такая на каблуках с тележкой и на рынок. Ну вообще. Есть и такие, да, есть, ходят такие. Ну, я раньше, да. А сейчас все, я уже привыкла, что ходить надо. Ну, как, в принципе, сегодня я одета. А вот у нас Парфюмерис открылся. Не знаю, выдержит ли он, надолго ли он тут будет у нас. Потому что... Все-таки у нас весь народ ездит в Гранаду. 40 минут, и мы там, в Неваде. Вот в этом магазине я покупаю себе продукты. В парикмахерскую. Кико. Такой вот у нас центр города. Еще раз говорю, народу мало, потому что все на работе. И еще рано. Ого! Такое тоже бывает. И нередко. Кико. Что там дисконт? 30% скидки. 30% скидки, но мне ничего не надо. Мне столько косметики. А на лето тем более вообще. О, а что это? Видите, вот закрылся. Что-то вообще. Может быть, там тоже скидки? Когда магазины такие закрываются, там очень хорошие скидки. Вот этот магазин неплохой. Здесь тоже хорошая, нормальная обувь можно приобрести.
смотрите, 19, 20, вот эти 20 походу кожаные. Тут что-то какое-то более бабушкино, бабушкино как-то все. А вот эти тоже завязочками, смотрите, прикольные, да, симпатичные. Сумочки, дрюмочки. Такая вот у нас. Вот в этих вот куда, только если на праздник какой-то. Что тут? Так вот. Стоит, курит прям мне в нос. Хотя я раньше курила тоже так же. Но все плохое, от всего плохого надо избавляться. Вот так, туда центр, сюда центр. Здесь у нас табак продают. Туда, там уже магазины практически заканчиваются. Ольша, сюда вот еще есть магазины, потом туда наверх еще есть магазины. Пешеходная такая улица, здесь пешеходы имеют приоритет. То есть мы главные, скажем так, Women's Secret. Здесь 70% скидка у нас. Пойду зырки попялю. Время есть. Патчи закончились. Вот. Под глаза. И прям вот надо мне срочно. Тут их такое количество. Вот это корейское все. Не нужно. Не знаю. Мне понравилось корейское. И вот это вот всякая фигня. Только глаза разбегаются. Поэтому мне нужно выключить телефон. Иначе я нихера ничего не найду. А время у меня уже поджимает. А смотреть, выбирать через телефон как-то, ну, знаете, неудобно. И не замечаешь ничего. Вот ни хрена ничего не вижу. В таком количестве. Вот все маски. Ой, мне патчи нужны. Патчи под глазки. Чтобы не опухали.
Больница-то у нас недалеко, но она все время на гору, на гору, на гору. То есть вот так это выглядит. Где-то вот так склон. Фу, и надо лезть и лезть. Вот иду по этой стороне, тут солнышка нет. Мне осталось немножко. Метров 300, наверное. Мы лезем, и лезем, и лезем. Сейчас шла. И ребенок, ну лет 10 ему. У него синдром Дауна. И вот так вот мы идем. Вот тут. Он такой толстенький. И идет, идет. Хлабусь меня. Когда прошел. Поляшки моей. Мать такая. Вот. Вот зачем ты ее стукнул? А мне так смешно стало, не знаю. Они же как дети маленькие, трехлетние, да? Они же не понимают. Мне так смешно стало. Да, конечно. Говорят там, что солнечные дети. Но все равно так и тяжело. Потому что что потом будет с этими детьми? Живут они долго. Не знаю, надо столько сил, и физических, и психических. Ой, такие дела. Почти дошла. А вот в этот мы бар ездим туда покушать. Ну, как покушать, пиво попить. Вот в этот тоже ездим. Ой, да мы во все бары тут ездим. Раньше вот здесь у нас была остановка автобусная. Ее сейчас принесли, потому что это здесь неудобно очень автобусом выезжать. Такие дела. Видите, какая? То есть камера прямо, это вот так. То есть видите, да, какая гора. Все вот близко, но все эти горы, все эти... Лезешь, лезешь. И сегодня не особо жарко, поэтому можно и прогуляться. А с другой стороны, возьмешь машину, а где ее парковать? Кружиться, кружиться, и оставишь у черта на куличках. И будешь ходить то же самое, пешком. Тут вот он тоже знаменитый этот бар. Много очень людей всегда. Здесь осьминога сушеного подают на тап. Так, мне еще вот сюда немножко. И все. Вот и дошла наша больница. Раз, два, три, четыре, пять этажей. С этой стороны лежачие палаты лежат. Вот вход. И там вот лежат. Каждому этажу свое предназначение. С той стороны, с противоположной, скорая помощь, куда я ходила в пятницу. А вот здесь вход, где вот там вот люди сидят, там дают эти назначения к врачу. Время, дату. Там ресепшн такой. Сидишь, номерочек возьмешь, и тебе дают. Видите, сколько народу всегда. Также на каждом районе есть своя поликлиника. Так что вот так. Все дела сделала. Теперь осталось только сходить в китайский, купить горшок. Что-то вы меня трясетесь так сильно. Когда обувь без подошвы, скажем так, да, без каблука, то как-то трясется все. Я уже почти к дому подошла. Площадь, где мы, площадка, где мы гуляем с Чарли иногда. Когда мне неохота далеко идти. Сейчас возьму машину. Поеду в китайский за горшком. И еще там кое-что надо мне взять. Вот про такие мотоциклы я вам говорила. Если вы обратили внимание. Электрический. Ну, типа велосипед, что ли. Не велосипед. Фиг его знает. Там вроде педалей нету и ничего нету, то колеса и платформа такая. Не знаю, как это даже назвать. А, вот на моя машина. Мне муж сказал, что он ее переставил. А куда переставить? Он мне не переставил, не сказал. Потому что здесь вчера же было 16 число, по-моему, да? И надо переставлять с одной стороны на другую машину. Иначе могут отвезти и оштрафовать. Так что... Китайский еду большой. Там выбор побольше. Находится напротив Алькампо. В Алькампо не пойду, мне там ничего не надо.
Так что вот такие дела. В общем, что я в китайском приобрела? Ну, естественно, горшок с поддоном вот таким. Потом вот такую держалку. Для швабр. А то они у меня валяются в разные стороны. Надо все это потом прилепить. И вот такие крючки на кухню, чтобы разные тряпки... Не тряпки, а у меня есть такой, как мешок с пакетами. И вот на него вешаю, он постоянно отваливается. А что это тут такое? Вот это что-то непонятное. Как-то странно. Надо потом посмотреть. И все. Вот такие дела. Пойду суши хрямкать. Да? Лопать будем. Я поняла, что это. Они идут без липучек, а липучки идут отдельно. Вот странно, я первый раз такое вижу. Что? Ну, это как скотч двойной, двухсторонний. Очень странно. Да. Да-ди-да-ди-да. Но я все равно поклею и вот этот, и, знаете, клей-момент. Чтобы уж наверняка. Но вообще это очень как-то странно, что это вот так все выглядит. Ну да ладно. Кто-то звонит. Вчера я еще достала салат вот такой из меркадонной водоросли. Вкусняцкая. И вот мои сушки. Это на завтра, это на сегодня. Соевый соус. Всем приятного аппетита. Поставила готовить типа подливку такую овощную. Завтра хотела с макаронами сделать. Ну, вернее, хочу. И выяснилось, что макарон-то у меня и нету вообще. Так что придется завтра покупать, за макаронами ехать. А как иначе? У меня уже там обжаривается лук, морковь и перец. Потом добавлю томаты и кабачок. И вот это вот все будет у меня тушиться. Специи добавлю по вкусу. Тушиться, вариться, париться. Завтра у меня такая вот подливочка будет. Там еще пару сосисок есть, закину. Без мяса-то как? Никак. Блин, ну как же так макарон? Мне не хотелось завтра никуда ехать, ни в какой магазин. Ну вот как люди ездят в магазин один раз в неделю? Или в две недели? Я не понимаю, если честно. Мне каждый день что-то надо. Вот, честное слово, каждый божий день мне что-то надо. Вот сейчас ходила, цветок хотела пересадить. Блин, а земли-то нету, одна горсточка осталась. Вот зашла, купила земли. Ну, пересаживать уже же буду завтра. Ну да, уже не хочу, неохота. Нет никакого желания. Ладно, это готовится. Все у меня будет в ажуре. Чайку сейчас попью. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра мебель привезут. Посмотрим, как она там у меня будет установлена. Так что подписывайтесь, чтобы не потерять этот момент, не пропустить. Будет интересно. Мне само очень интересно. А вам интересно, как она там мне... Я же даже размеры не знаю вообще. Может, она там вообще не подойдет или вообще не пройдешь потом. В общем, завтра все увидим. Так что все, друзья, до завтра. Всем пока-пока.